Всем привет! Зовут меня Александр, занимаюсь в городе Гродно отделочными работами. Ну и самое первое, хотел вас поздравить с праздником, с Днем Строителя, пожелать счастья, здоровья, ну и особенно очень хороших работ. Всем удачи и еще раз с праздником. А у нас сегодня речь с вами пойдет о моем новом приобретении, Макалистер 710. Вот. Покупал я его недавно с Польши. На моей страничке есть пару фоток. Ну, и сейчас хотел сделать маленький мини-обзор именно распаковочки этого инструмента. В дальнейшем, конечно, сниму обзор по работе с этим инструментом. Ну, поехали. Вот. Еще раз повторюсь. У нас здесь сама коробочка картонная. В коробку входят... Сама упакована, коробка сама добротная, картон плотный, вот. Упаковано добротно все. Как вы видите, у нас здесь сразу сверху идет в комплекте сумка для переноски этого инструмента. Потом сам такой защитный пенопласт. И вот сам инструмент. Снимаю с одной руки, так что извините. Вот. Сам инструмент упакован в целлофан обыкновенный, что входило в комплект этого инструмента. Извините за такую съемочку. Вот он сам красавец, Макалистер. Это, повторюсь еще раз, модель новая. Ну как новая, уже года 3, если не ошибаюсь. Но моделька 710W. А есть именно моделька 610. Отличие у них только, поскольку я знаю, в самом двигателе. Это мощность двигателя. В этом идет 710 Вт, в том 610 Вт. И в самой платформе. Эта платформа более жесткая, в отличие от 610. Там очень мягкая платформа. Ну, как вы видите, дизайн, конечно, отличается. Здесь есть регуляция включения кнопка, плюс повышение, уменьшение оборотов. И плавающая голова, как, ну, у стандартных, как видите. Сам этот, ну, для насоса, я вам скажу, такая добротная резина. Ну, единственное, что-то мне не очень нравится, что здесь просто скручено хомутом. Ну, с другой стороны, скажем так, износилось. Взял, открутил хомут, снял и поставил новый. Ну, вот. Дальше пойдем по комплекту. В комплект еще входит дополнительная удочка, ну, для удлинения самого, чтобы потолки или где-то высота есть, добраться до этого. Тоже также здесь для подключения пылесоса с этой стороны и самому Макалистере. Ну, здесь, я так понимаю, это фиксация этой удочки. Максимально написано 1,9 метра. Ну, вот. Это вот это, именно, я так понимаю, про эту идет удлинитель этот. Дальше идет у нас в комплекте сам шланг. Секундочку. Такой шланг, я вам скажу, довольно очень гибкий, правда, не знаю, насколько он растягивается, но я так понимаю, думаю, что на метра 4-5 растянется он. Ну и такой, знаете, вам скажу, плотный, очень плотный сам шланг. Надеюсь, он долго прослужит.
Ну и еще в комплект входили круги. 6 штук. 180-е круги. Также идет в комплекте шестигранник. Правда, еще не разобрался для чего, но я думаю, что на днях начну работу, то разберусь с этим делом. Вот. Ну и все. По ходу дела все. Работает этот макалистер. Я уже включал его, конечно. Сейчас я вам его включу. Продемонстрирую, как он работает. Вот. Включаем кнопочку. Так, поставим мы сперва на минимум оборотов. Да, это идет у нас минимум оборотов. Включаем кнопку. Как видите, обороты такие. Начинаем плавно повышать. Скажу вам так, что ну чувствительно относится к повышению оборотов. Ну, для работы, я думаю, это будет довольно приемлемо. Вот. Ну, на данный вроде бы распаковочка на этом у меня все. Узнаю обязательно, здесь у меня очень многие спрашивают, коллеги, как она в плане подключение пылесоса, будет присасываться к стене или не будет. Про это я обязательно сниму видео и расскажу и покажу. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Надеюсь, видео было полезное. До новых встреч. Палец вверх, палец вниз. Пока. Увидимся.